Вот тогда в гости заехал. Готовимся к тренировке. Ой, вернее, к съемке. Тренируемся. В нашем ЦУПе, в центре управления полетами Вселенной. Так, грифа нет, да, такого? Грифа нет. Сейчас будем покорять Барвиху здесь. И весь мир с ней. Серегой. Чуть постоит включенная вот так, она должна зависеть, да, сама. С чего начнем? Выбрал себе какую позу комфортную? Позу, я думаю, вот так-то. По-разному. Просто, знаешь, самое главное — встать комфортно. То есть, да, вот чтобы тебе самому было удобно. Мне самому, да. Сейчас. Но он будет смотреть на мяч или в кадр? По-разному. На мяч, в кадр. То есть, просто ты говоришь, да, на смотришь, меня. Смотришь на мяч. На мяч. Смотришь на мяч. Оп, замер. Как время будет уже в данном месте. Дальше смотришь в камеру на меня. Оп, замер. Ну вот ничего, кстати. Но опять же, надо доброе делать, лицо доброе. Да. Да. И мяч не ближе к камере, а может, да, на одном, чтобы у тебя, да, она, да, как, да, бы на уровне, да, головы была. Масштаб меняется. Может, вот так? Вот так можно? Вот так можно, да. Да, вот так. Вот будет идеально. Да. Ты за смесь, я за так зубы. Да, да, да. Так, давай, готов. Оп, замерли. А можешь бровь поднять, как вот на той фотке сделал? Во! Вот что-то такое, ну с улыбкой. Оп, стоим. Оп, есть. Все в наших руках, да? Да, все в наших руках. Вот тут сейчас один глаз плохо получился, а вот с бровью хорошо, просто надо перефотографировать этот снимок, потому что здесь один глаз прищур ушел. Ну, вот такой. А сделай еще версию, вот как это. Хорошо. Вот как. Вот классно, вот это классно. Вот это. Ну давай еще сделаем вот с бровью, но чтобы у тебя второй глаз был нормальный. Да, просто он на прищур пошел сделать. Готов? Да. Оп. Еще стоим. Оп. Оп. Она у меня все равно прищур идет. Ну а как, за физиологию не обманешь. Ну придется в фотошопе раскрывать, а я другую, блин, не знаю, что сделать. Так, да, я еще попробую раз. Оп. Мы даже придумали концепцию тебе, что это. Ну, вернее, мы тебя выкупили. Ты просто такой, знаешь, под видом бойца ММА пришел Адам на землю, короче, и просто успокаивает злых людей. То есть они его бить пришли, а ты их ловишь, обнимаешь и успокаиваешь. Придушил это немножко, потому что они у них лица потом, когда ты это делаешь, они такие. И у него как будто, знаешь, внутри что-то изменилось, да, там, да, да, понятия изменились.